Я не понимаю одного. Почему государство не помогает, не обращает внимания на такие частные приюты, как «Лохматая душа»? Ведь таких приютов много. Ведь люди выполняют государственную работу. Государственную. Забирают с улиц бездомных, забирают с улиц боль, чтобы наши дети не видели этих истощенных, умирающих, сбитых, искалеченных животных. Забирает с улиц инфекцию, ведь мы лечим инфицированных малышей. Скажите, почему нашей стране до такой степени наплевать на людей, которые пытаются сделать нашу страну чище, добрее? Я понимаю, что взываю, как вопль действительно вопиющего в пустыне. Почему же, почему до такой степени наплевательское отношение к людям, которые вкладывают всю душу и жизнь, чтобы принести в эту страну хоть немного добра и не дать ей погрязнуть в алчности, в жадности, в равнодушии? Что же делать, а? Как добиться и пробить эти каменные сердца? Ну как сказать им, что быть добрым – это можно, хотя и трудно, особенно сейчас. Но ведь мы люди, люди. Что же мы себя какими-то роботами делаем? Равнодушными, бездушными. Почему? Ребята, я обращаюсь к вам каждый раз. Рассказываю, показываю. Знаете, сейчас просто жуткая апатия. От того, что как в безвыходности, как в коконе в каком-то. Друзья, отзовитесь, пожалуйста. Не бросайте нас, я вас очень прошу. Очень прошу, люди. Нам сейчас тяжело, как никогда. Я прошу вас, не бросайте нас. Нам очень-очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, люди, не бросайте нас, пожалуйста, не оставляйте. Помогите нам выжить. Приют – это тоже дом, только для собак, для кошек. А жить в этом мире хотят все. Я не говорю шиковать. Господи, хотя бы просто быть накормленными. Люди, пожалуйста, помогите нам, я вас очень прошу. Я очень устала. Я прошу вас, помогите. Что же нам делать? Мы в долгах. Мы не можем погасить клинику. Мы сейчас стерилизации сделали почти 80. И все в долг. Ребята, представляете, подростки? Я упросила врачей, они приехали. У нас опять нет корма. И это отчаяние, оно сжигает душу. Просто сжигает. Мы ведь не просим много. Мы просто просим, накормите. Накормите, 21 век. А мы голодаем. Зато выписывают штрафы. Вот оштрафовать приют можно. А помочь нет, у нас возможности нет. А вот штрафовать возможность есть. И не важно, что животные на грани голода. Главное – оштрафовать. Главное – поставить галочку в бумажке. А мы живые. Мы не бумажные. Мы живые, и мы хотим есть. А корма осталась опять на 2 дня.